Чистота – залог здоровья. Буквально, если говорить об уборке городских улиц. Ежедневно на чистку от снега проспектов и улочек выходят 80 единиц техники и до 100 человек рабочих. В первую очередь они освобождают от заносов тротуары и остановочные павильоны. Последних в городе больше 300. Некоторые убирают каждый день, некоторые – трижды в неделю. Зависит от размещения остановки. За зиму вывезено уже 76 тысяч кубометров снега. Улицы и проезды, которые нужно чистить прежде всего, указаны в постановлении мэрии. Остальные по заявкам жителей. Телефон горячей линии вы видите на экране. Всего у нас 116 улиц, на которых предусмотрена механизированная уборка тротуаров. Остальные тротуары, они убираются у нас уже как раз в ручном режиме и по заявкам жителей, ТОСов и так далее. Рекомендуем жителям обращаться и к председателям ТОСа, чтобы это было централизовано, потому что заявки сейчас как раз-таки и приходят уже централизованные, в том числе и через портал Иваново РФ.